16 июля в областном центре стартовал двухмесячник по профилактике подростковой преступности «Подросток под защитой закона». В пятницу промежуточные итоги работы всех силовых структур региона подвели в областной администрации. По информации полицейских, на данный момент на учете состоит 730 подростков-правонарушителей и 729 неблагополучных родителей. Увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 5% с 309 до 374. Имеются факты истязаниями родителями своих малолетних детей, совершение в отношении них, в отношении детей особо тяжких преступлений. Большую часть правонарушений составляют кражи. 70% несовершеннолетних преступников проживают в неблагополучных семьях, отметили участники встречи. Под пристальным вниманием органов соцзащиты находятся 1178 семей. С учетом объективных факторов, а именно летних школьных каникул, профилактическая работа перенесена в учреждения дополнительного образования, коими у нас являются собственные учреждения доп. Образования, комнаты школьника и детские загородные оздоровительные центры. Итоги двухмесячника «Подросток под защитой закона» подведут на пресс-конференции, запланированной на 22 сентября.